глазами. Они питаются радугой и какают бабочками. Нелепые ощущения, смутное сомнение. Температура, давление, упадок настроения. Волнение потеет руки, головокружение. Что-то мне плоховато, плюс картины искажения. Внутри меня что-то живое, и оно мной движет. Такое даже в книге ты, ман, очень редко увидишь. Слышишь какой-то рык и попутное шуршание. Этот сербер внутри поменял мое состояние. Я знал заранее исход, был солнце восход. Контракт моя и подпись беса. Теперь лишь замес и место моей души из темного астрала. Сел внутри меня пес, вышедший из стаи ада. И с каждым днем он сильнее, во мне больше агрессии. Из куска человека я стал мертвым мессивом. Бесы вокруг меня кровью залились глаза. Я вроде тот же, но я не я. С ночи до утра я стал каким-то грубым. И зачерствели губы, зачерствела кожа. Я бесом стал похожий, совсем не тот, кем был. Я это осознал, похоже, мир меня уже давным-давно потерял. Внутри меня собака, и у нее три головы. Теперь даже я сам с собой общаюсь на вы. Похоже, я бесом стал, и увы, назад я не вернусь. Мама, прости, внутри меня собака, и у нее три головы. Теперь даже я сам с собой общаюсь на вы. Похоже, я бесом стал, и увы, назад я не вернусь. Мама, прости.